Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Класс, свежий воздух, природа. Ты когда-нибудь видела настоящих оленей? Нет, вот и я нет. Поэтому сегодня мы здесь, на оленей ферме, усадьба Судемир. Сейчас будем настоящих оленей кормить и все увидим вообще своими глазами. О, пионеры. Слушай, ну прям как в сказке, пушки с пристани палят, да? Кораблю пристать велят. Ой, смотри, обжора какой мне достался. У нас сейчас с тобой самое настоящее сафари. Мы с тобой приехали как раз в то место, где олени обитают, что называется, в естественной среде. Посмотри, как их много. Смотри, красавец какой, да? Пятнистое стадо к нам приходит. Анечка, скажите, пожалуйста, вот почему все время соль, 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 соль? В принципе, для всех копытных животных нужна соль для формирования рогов и копыт, чтобы они были здоровы. То есть это не лакомство, это прям необходимость, конечно, да? Конечно, в дикой природе они выискивают ее в земле обычно. Во-во-во, смотри, смотри. Это он кукурузинки выискивает. Это наш главарь. Как зовут? Виктор Сергеевич. Простите, пожалуйста, Виктор Сергеевич, куда это вы направились, а? Так вот ты какой, северный олень, самый настоящий. Между прочим, это девочка, у нее один рог, потому что вчера один отвалился, сбросила, представляешь? Вот тебе новогодние каникулы, а? Самая тема. Ну что, замерзла? На, держи горячий чай, сейчас согреешься. Взаимно. Ну что ты, не переживай, сейчас тебе зрение проверят и очки подберем. А я тебе как очкарик со стажем, который носит всю свою жизнь очки, все 28 лет, могу сказать самое главное, что в очках. Это красота. Не переживай, сейчас пройдешь диагностику, будешь знать, какое у тебя зрение. Вот. Ну что, какое у тебя зрение? -2, оба глаза. Ну слушай, с одной стороны, это хорошо, ты можешь себе позволить и очки, и контактные линзы, и даже ночные. Вот те самые, которые я сейчас буду подбирать. Потому что эти линзы, они имеют особый дизайн. И для их применения требуется особый подбор, который выполняется на специальном оборудовании. Их можно использовать в любом возрасте. Единственное правило – требуются особые навыки для их одевания, снятия и ухода за ними. Скажите, пожалуйста, как работают вообще, вот принцип работы этих линз? Эти линзы немножко меняют рельеф передней поверхности роговицы, что отражается на ее оптические функции. Таким образом, человек может избавиться от контактных способов коррекции, в том числе и очков. То есть, если я надеваю их на ночь, утром снимаю, у меня целый день зрение единица? Абсолютно верно. Но почему раньше такого не было? Наука двигается вперед. А сколько по времени занимает подбор вот таких линз? Подбор занимает около часа. Ну, отлично, до пятницы я совершенно свободна. В центре оптической коррекции зрения можно не только проверить зрение, подобрать линзы, но и пройти полное обследование глаз. Ты какие очки выбрала? Вот эти или эти? Или все-таки эти? Или вот эти? Или эти? Я бы выбрала вот эти, конечно, но они мне теперь не нужны, потому что у меня есть волшебные ночные линзы.
Иди сюда, моя дорогая. Ну что, дети на анимации? Отлично, вот пока они развлекаются, мы с тобой сейчас выберем банкетный зал для новогодних каникул. Ну то, что завидовать, это само собой, а почему ресторан Шоша? Потому что именно отсюда берет свое начало весь комплекс отдыха Завидово. Я узнала, здесь столько залов, сейчас будем выбирать. О, кстати, группа «Премьер-министр». О, смотри, кто здесь был. Африк Симон, тр-бумба, тр-ча-ча. А мы чем хуже, да? Кстати, вот большой зал. Классный зал, да? Большой, светлый и уютный. Есть еще VIP-зал. Этим тарелкам больше 60 лет. Не исключено, что из этих тарелок и ел Леонид Ильич Брежнев. Очень уютно, правда? Тем более после прогулки. Между прочим, это сейчас каминный зал, а 60 лет назад, ты представляешь, это был самый настоящий кинотеатр. И здесь для иностранных послов демонстрировались документальные фильмы об охоте. Да, вот здесь вот была кинопроекторная, а сейчас это один из VIP-залов. Думаешь, это все? Нет, вот еще один банкетный зал. Не знаю, почему-то мне очень-очень нравится, больше всех. Может быть, из-за комода? В конце концов, 19 век, оригинал. Меню в ресторане предлагают в исполнении члена Российской национальной гильдии шеф-поваров Сергея Уварова. А основу меню, к твоему сведению, составляют блюда по восстановленным в Тверской области архивным рецептам 18-19 веков. Обрати внимание, это те самые фирменные завидовские пирожки. Они с разной начинкой и разной формой. Вот, допустим, с хрюшкой – это с мясом, ежик – с яблоком, грибочек – с грибочком. Ты какой будешь? Ну вот, и ресторан выбрали, и дети развлеклись. Всегда есть чем заняться. Насыщенная развлекательная программа каждые выходные для детей и взрослых. Ты видела ценники на новые автомобили? Вообще не вариант. Поэтому мы сегодня с тобой здесь, в Трейд-Ин, ведь здесь можно подобрать ласточку на любой кошелек и на любой вкус. Тем более, в преддверии Нового года, до конца декабря, здесь действуют скидки до 50 тысяч рублей на любой автомобиль. А еще тебя ждет подарок. Вот такие плюшечки перед Новым годом. Какая чистенькая, прям как новенькая. Все потому, что в Трейд-Ин действует система кредитного выкупа автомобиля. Когда ты привозишь свой автомобиль, тебе здесь совершенно бесплатно делают диагностику, химчистку, юридически проверяют. После этого в течение часа ты получаешь либо наличные, либо перевод. И что самое главное, здесь все сделки юридически грамотные. То есть нас с тобой вот таких вот не обманет. Ну, смотрите, Ида, прям девочки-девочки. Камри, ну ты прям бизнес-леди. Кашкай, стоит рассмотреть ее. Как вариант? Citroën. И чуть не забыла тебе рассказать, что здесь действует комиссия продаж. Это когда в течение практически месяца твоя машина не продается, ты можешь приехать и забрать ее, причем не платя ни за юридические услуги, ни за химчистку, ни за диагностику, ни за что. Я уже не говорю о выездной оценке, когда эксперт приезжает к тебе и оценивает твой автомобиль бесплатно. Я тебе говорила, что до конца декабря действует скидка до 50 тысяч рублей. Говорила, да? А то, что каждому покупателю подарок, говорила? Точно говорила? А мне нравится вот эта машинка. Знаешь почему? Потому что блестит ярче всех. Привет, моя дорогая. Не знаешь, где рентген-кабинет? А, туда? Хорошо. Ты... Нет, кабинет УЗИ. Класс, когда приходишь, да, и нету ни очередей, ни толкучек, а все предельно четко. Между прочим, не каждый кабинет ультразвуковой диагностики может похвастаться аппаратом экстренного класса Mindray с полным набором датчиков для всех видов исследования. Ну что, все нормально? Идем за результатом рентгена. Смотри-ка, здесь еще гастроэнтеролог есть, кардиолог, давно сердце-то проверяла. Здесь даже есть главврач. Вот, допустим, у тебя насморк. Сюда, горлышко запершил, опять же сюда, уши заложила. Проходи.
о кабинетной эндоскопии вызывает волнение в каждом из нас. Но ты можешь не переживать, потому что есть ультрасовременное оборудование, поэтому обследование пройдешь без шума и пыли. Даже не заметишь. Ну а цифровой рентген ДРГМ, кстати, на два рабочих места, с высоким качеством снимков и низкой дозой облучения, согласитесь, что немаловажно, подходит в том числе и для рентгена легких. Ну что, все отлично. Сказали, еще 2 недельки, можно гипс снимать. А вообще это здорово, когда приходишь в медпрофи и очень быстро проходишь полное обследование, причем без нервотрепки. Очень удобно. Проспект Калинина, дом 15, 2-й этаж. Я тебе так скажу, Новый год – это такой праздник, когда нужно подарки покупать с запасом. А вдруг ты пойдешь в гости или к тебе придут? Ну, приятно же подарить, а? Ну, ты посмотри, это не просто магазин, а настоящий альма-матер для тех, кто еще не определился с подарком. А их здесь такое множество, что глаза разбегаются, но мы сейчас с тобой все посмотрим и непременно выберем нужный. Магазин «Подарки для вас», проспект Ленина, дом 27/3. Мы можем сами себе создать предновогоднее настроение. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. Нравится? Да, настоящая красота. Это цветы в колбе, настоящие цветы. Они хранятся до 5 лет. А еще смотри, какая красота. Цветы фирмы Фиора. Они в колбе, в вакууме. И хранятся от 5 лет. И можно сказать, до бесконечности. Но посмотри, какая красивая композиция. А ты мне приготовила подарок? Да, настоящая головная боль – это подарок для мужчины. Ты свекрови-то подарок купила? Посмотри, какие здесь скатерти красивые. Лен натуральный. А это прям настоящий творческий подарок. Можно просто так на елочку повесить, а можно разукрасить, и будет уже твоя именная игрушка. В магазине подарков для вас плюс такой огромный ассортимент сувениров с тверской символикой, а также ты здесь найдешь изделия торжокских золотошвей. Все, я на Новый год королевишна. Да ладно, не расстраивайся, я тебе тоже возьму.